будет принято то решение, которое выгодно международным. 25 июня 2023 года вот, подошли из Норвегии вот, группа журналистов. Не получится вырезать у меня того, что вам бы подошло. Каждое слово взвешено 8-летней народной политической борьбой на улицах. Пойдите, поищите кого-нибудь другого. У меня тоже брали. Я думаю, у тебя тоже они. Ну так, если нарезать, перемешать наши высказывания, то можно как что-нибудь против России состряпать. Наташа, заслоняйся. А вас как зовут? Геру. Что делать? Ну, здоровье. Но норвежкам это значит расти. А вы чего меня снимаете? Ну, алло. Вы же меня снимали. Я тоже вас снимаю. Присоединяйтесь к России. Да. Потом будет народ вместе. Вступайте в НОТ. Норвежский НОТ, и будем вместе освобождаться от америкосов.